Всем привет! Увесистая штука. Итак, мы закрепили наш мотор. Снимается он таким образом. До конца.
конца одевается. Лучше всего, чтобы натянутая была правая, потому что она прямо ослабляет. И мне даже двигатель пришлось немножко подвинуть вправо относительно вертикали. Ну, не знаю, у меня не получается. То есть я пытаюсь установить так, проседает и начинает проскакивать. Мне пришлось переставить колечко из стандартного, которое шло в упаковке. Это померил. Ну, вот такое лучше всего. Ставится оно одной стороной, другой стороной его не поставишь. Здесь поменьше отверстие, там нормально. То есть вот так ставится. Я не буду закрывать крышку. То есть крышка как бы нормально закрывается, но чтобы видно было движение, я ее лучше открою и покажу, как это двигается. Ну, во-первых, когда нажимаем вверх, начинается скорость самая маленькая. То есть это... Ну, если нажать второй раз, то скорость достаточно. Стоп. Нажимаем вниз. Вниз также хорошо идет. Нажимаем стоп. Либо вот на пульте. То есть нажимаем вверх. Вот что два раза, да, так? О, что-то как-то посчитал, что я один раз нажал. Можно сразу вниз. Нажимаем стоп. Вот так. В самом приложении я покажу, как работает. Можно делать таймер, который будет открываться либо по условиям температуры, там, времени заката, времени восхода. То есть все это делается. Я использую приложение YaSmart. В YaSmart это и используется. Ну, по крайней мере, знаете, вот прям чувствуется такое очень качественное, хорошее все изготовление. Я бы единственное, что сделал, вот, допустим, видите, да, он вот так ставится, а просится он ставится вот так. То есть вот если бы привод сделали по-другому, вот так бы и стоял. Ну, здесь бы лицевая сторона была, но самое главное, что привод. Ну, не знаю, производителю легче. Устройство внутри я покажу на фотографии, на скриншотах, как устроено все внутри. Донгл стоит, ну, в этой комнате недалеко. То есть для того, чтобы... Ну, а донгл сразу ставится. То есть мне не пришлось ни скидывать ни по умолчанию, ничего, ни все. То есть было как должно быть. Вот видите, да? Немножко передвинул, и вот сейчас вот это проседает. Она послабже. Вот прям просится еще, наверное, на один щелчок сделать. Сейчас попробуем. Чтобы просило. Сейчас правая более натянутая. Ну, потому что вниз последний раз. Когда внутри, то, естественно, здесь ничего не видим. И, то есть мы даже не задаемся вопросом. Сверху есть щелчок, то есть обязательно не забывайте защелкнуть. Ну, я считаю, очень хорошее приобретение. По крайней мере, всем в семье понравилось. И дочери понравилось. Дочь с удовольствием поднимает, что... То есть у нас доступ к этим шторам не очень хороший. Эта штора закрывается двуспальной кроватью в квартире, в спальне. И поэтому, ну, не очень хорошо, нелегко подойти к шторам. А сейчас это будет с огромным удовольствием. Любой включает, либо по времени. Все, осталось только покажу приложение. На этом, наверное, пока все.